Хотите узнать от кого? Послушайте внимательно. Она царица всех наук. Без нее мы, как без рук. Научит думать и решать, и много действий совершать. Как вы думаете, от кого к нам письмо пришло? От два. От феи математики. Не просто феи, ребята, а царицы математики. Здравствуйте, дорогие ребята. Пишет вам царица математики. Мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что мой математический замок заколдовал злой волшебник. И одолеть его смогут только с вашей помощью. Вам необходимо постараться, чтобы выполнить все задания правильно. И тогда над моим замком снова засияет ласковое солнышко, зацветут цветы. Вы сообразительные, умные, внимательные дети? Да. Помогите мне, пожалуйста, царица математики. Скажите, пожалуйста, ребята, вы хотите помочь царице математики? Да. А вы готовы? Да. Ну тогда слушайте внимательно. Для того, чтобы нам с вами расколдовать царицу математики, мы должны с вами выполнить сегодня очень-очень много сложных и трудных заданий. Ну, первое задание от злого волшебника. Слушайте внимательно. Назови, пожалуйста, Тима, число, которое следует за числом 10. 11. Молодец. Назови, пожалуйста, Дарина, предыдущее число 17, то есть которое перед 17 стоит. 16. Молодец, Дарина. София, расскажи нам, пожалуйста, обратный счет от 20 до 10. 19. 20. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12, 11, 10. Умничка, 10. Молодец. Расскажи нам, пожалуйста, Дарина, обратный счет от 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Умничка. Матвей, расскажи нам, пожалуйста, а что длиннее, неделя или месяц? Месяц. Месяц длиннее. Скажи полное предложение. Месяц? Месяц длиннее. Чем? Неделя. Умница. Молодец. Сашенька, скажи мне, пожалуйста, а сколько дней в неделе? 12. Подумай. Артем нам поможет. Артем, подскажи, пожалуйста, сколько дней в неделе? 7. 7. Ангелина, перечисли, пожалуйста. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Сабрина, скажи, пожалуйста, тебе вопрос от злого волшебника. А что длиннее, 1 час или 1 минута? 1 минута. А давайте подумаем. 1 час. 1 час, потому что в одном часе 60 минут. А что больше, 60 или 1? 60. Значит, 1 час будет длиннее. Скажи, пожалуйста, Викочка, а какое сейчас время года? Весна. Весна. Милана, назови, пожалуйста, весенние месяцы. Ну, Тим, помоги. Март, апрель, май. Умница, молодец. Немножко забыла, да, Милана? Полиночка, назови, пожалуйста, число на 1 больше, чем 10. Саша, помоги. Саша поможет. Число на 1 10 больше 11. Правильно. Следующее будет число 11. Молодец. Назови, пожалуйста, Катюша, число на 1 меньше, чем 15. Сложное задание. 16. Правильно. Молодец. Посмелей говорить.
Давайте вспомним, ребята, сейчас поднимут руку те детки, которые вспомнят сказку, в которых живет число 7. Кто такую сказку знает? Ванюша? 7 гномов. 7 гномов. Так, еще далее. 7 козлят. Волк? Правильно скажи. 7 козлят. Волк и 7 козлят. Может быть, кто-то еще знает такую сказку? А теперь давайте вспомним сказку. Я знаю. Скажи. Светик, семицветик. Светик, семицветик. Ой, какая молодец. А теперь давайте вспомним сказки, в которых живет число 3. 3 поросенка. Молодец. 3 богатыря. 3 богатыря, Милана сказала. Так, еще какая сказка? И медведя. И медведя. Молодцы, ребята. Вот сколько мы с вами много отгадали. Ну и последнее задание. Никит, какой день недели 5? Пятница. Пятница, совершенно верно. Ребятушки, а сейчас нам с вами пора проходить, садиться за столы на свои места, потому что нам злой волшебник еще оставил очень много заданий. Очень-очень много сложных и трудных заданий. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Как вы думаете, найдите фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны. Давай посчитаем у нее углы. 1, 2, 3. Сколько сторон у нее? 1, 2, 3. Молодец! Вы все согласны? Покажите знак согласия. Все согласны с Вероникой. Спасибо, Вероника. Покажите, пожалуйста, и назовите фигуру, у которой все стороны равны. Артем, как ты считаешь? Квадрат. Иди, пожалуйста, покажи, найди квадрат. Так, ребята, вы согласны? У квадрата все стороны равны? Да. Все стороны равны. Молодец, Артем, спасибо. Назовите, пожалуйста, и покажите фигуру, у которой нет углов. Кирюш. Что это за фигура? Это круг. Это круг. Молодец. Есть у круга углы? Нет. Нет углов. Вы все согласны? Да. Покажите знак согласия. Чего? Молодец. Спасибо, Кирюша. Назовите фигуру, у которой 2 острых угла и 2 тупых. Подумайте. Это сложное задание. Ром. Ром, умничка, Кирюша. Давайте Кириллу подхлопаем. Ром, покажи, пожалуйста, Жене Ром. Покажи, пожалуйста. Вы все согласны? Да. Молодцы. Спасибо, Женя. Полина, а скажи, пожалуйста, какие фигуры мы с вами еще не назвали? Иди, пожалуйста, покажи и назови. Какие фигуры мы не назвали? Прямоугольник. Ну подскажите, Полина. Колесо. Молодцы. Остальные мы все фигуры назвали? Да. Молодцы, спасибо, ребята. Вот видите, вы с этим сложным заданием справились. Занятие номер 28. Ангелина, как ты думаешь, что нужно сделать в этом задании? Надо посчитать, сколько в вазе цветов и во второй вазе цветов. И что сделать? Решить задачу или прибег. Молодец, нужно составить и решить задачу. Давайте подумаем, какую задачу мы с вами можем составить. Что в вазе было сколько цветов? 5 цветов. Папа еще купил. Значит, какой будет арифметический знак? Плюс. Молодцы. Записываем. Сколько Арсений папа купил цветов? 6. Кто сказал 6? Артем, 6. На вопрос сколько отвечает какой арифметический знак? Равно. Молодцы. И записываем решение задачи. 11. Все согласны? Да. Запишите, пожалуйста, пример. Все вместе со мной повторяем слова. Раз, два, три, четыре, пять. Все умеем мы считать.
потянулись на носочки столько раз, сколько пальчиков у нас. Тянемся. Раз. Красиво ручки вверх. Два. Три. Четыре. Пять. Молодцы. Дружно с вами мы считали и про числа рассуждали. А теперь мы дружно встали, свои косточки размяли. На счет раз кулак сожмем. На счет два локтях сожмем. На счет три прижмем плеча. На четыре солнышко. Хорошо прогнулись и друг к другу улыбнулись. А теперь повернитесь, пожалуйста, все друг к другу и подарите друг другу улыбку. Улыбаемся. Все ласково, красивую улыбку пачкаем. Все улыбнулись друг к другу. Ребята, вы сегодня были такие большие молодцы. Справились с таким сложным заданием. И царица математики, она вас благодарит, что вы справились с заданиями и смогли расколдовать ее математический замок. К сожалению, она сама к нам прийти не могла, но она нам передала небольшое угощение. Посмотрите, я вам обязательно... Возьмите, пожалуйста, себе.